Донорская благотворительная акция в поддержку мобилизованных прошла на территории завода «Ротор». Ее организаторы – региональное отделение Союза машиностроителей России и Краевой центр крови. В акции участвовали сотрудники предприятия и студенты Алтайского политехнического техникума. Каждому донору выплатили около 700 рублей. Все вырученные средства направят на поддержку бойцов из нашего региона. В себе я заработаю, а остальным помочь всегда возможность найдется. Поэтому всегда пожертвую. Перед началом донации всех добровольцев осматривают врачи, собирают медицинские данные, измеряют давление и температуру тела. После доноры отправляются в мобильный пункт. Там специалисты проводят экспресс-анализ. Он позволяет узнать группу крови и уровень гемоглобина. Сегодня кровь сдали почти 70 человек. Ровно на такое количество рассчитана донорская спецмашина. Но желающих помочь мобилизованным было гораздо больше. Поэтому мероприятие планируют повторить в ближайшее время. Мы понимаем значимость на самом деле этой акции на сегодняшний день. И для нас очень важно поддержать наших бойцов всеми возможными альтернативными способами, в том числе сдачей крови.